Я вот не надеюсь, парламент республики, еще раз приветствую вот, наших гостей, наших соседей. Я большим сегодня удовольствием хотел бы приветствовать вот, супругов Бородовых. Конечно же, хочется выразить нашу признательность общественным организациям, благодаря которой сегодня мы проводим сегодняшние мероприятия. Площадка, которая состоит в круглый стол, и будем говорить о сохранении языка, долгам и культуры. Благодаря их инициативе и их желанию сегодня сохранить свой язык, они выиграли президентский грант. Уважаемый вам благодарность. Уважаемый Николай Николаевич, от имени временно исполняющего обязанности главы Республики Санкт-Петербург Алексея Сергеевича Николаева, разрешите вручить мне вам приветственный адрес и слова и сказать следующие слова. Наши регионы действительно связывают не только границу и устойчивые связи в различных областях сотрудничества, нас объединяют прежде всего люди. Ведь наши земли являются территориями традиционного проживания долганского народа и других коренных малочисленных народов Севера. Только земля может так объединить. Созидательность уникальной самобытной культуры, традиционного образа жизни и хозяйствования долган наряду с другими коренными народами выделяют их особый объект государственной политики. Уважаемые друзья, народичи, земляки, можно сказать, приветствую вас от имени профильного комитета по вопросам коренных малочисленных. Пожелаю, чтобы все наши мечты у нас сейчас одинаковые, чтобы небо было голубое, чтобы семья у нас было угодно, чтобы наши мечты, чтобы дети наши были более уверены в будущем, так ли? И чтобы наша жизнь, о которой мы говорим, традиционный образ жизни, оно развивалось. Почетной грамотой награждается Федосеева Полина Августиновна. До свидания. Его не стало, но рукопись он свою оставил. Прагаса
соглашение от Пришвина Градского и Савинского муниципального совета Красноярского края. У нас 14 апреля 2018 года в поселке Ужинкая проводилась межрегиональная конференция «Сохранение болгарского языка и культуры пространства для детей региона». Потому что мой отец Спиридон Прикар Панфилович был родом с Хатынги. Поэтому там оказалось много родственников. Вот последние годы мы уже в Ленхае несколько раз встречались. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые друзья, я от имени акционерного общества «Амазон Амара» отлично поздравляю вас с открытием Дней Долганского языка и культуры. Мы с нашей северными территориями работаем очень давно и плодотворно. Я буду очень кратко, я понимаю, что, как говорится, время сжато, но мы приготовили вам небольшой подарок, чтобы вы понимали, что мы не только промышленная компания. Мы сейчас презентуем, во-первых, зрители живые нашего компакт-диска. Здесь собрано более 30 сказок, предания эпических произведений на 7 языках народов, проживающих на севере Российской Федерации. И мы представили эти фольклорные материалы как в текстовом, так и в звуковом виде. Действительно, в сохранении языка основа – это фольклор. Фольклор. И вот сегодня наши вот гости, они... По фольклору у них очень много вот этих сюжетов. И даже вот привлекательность вот этих картин, она тоже помогает вот, посещению интересу к языку.